встречи читаю стихи. Меня зовут Вероника Пантелеева. Я учусь в первом Г-классе. Гимназия номер 3. Город Зеленодольск. Я прочитаю стихотворение Олега Милявского «Исповедь девчонки». Мальчишкам я завидовала с детства, жалела, что девчонка родилась. С мальчишками, что жили по соседству, я как мальчишка каждый день дралась. Что больно, не показывала виду, и первый лезла в драку не боясь. А дома я рыдала от обиды. Зачем на свет девчонка родилась? Ну вот, незаметно старше стали. И каждый отсчитал 17 лет. И в летчики мы вместе поступали. Мальчишек взяли, мне сказали нет. Из кабинета выйти с гордым видом. Мальчишек я поздравила, смеясь. А дома я рыдала. Зачем на свет девчонка родилась? С мальчишками дороги разминулись, нас по фронтам раскинула война. Домой мои мальчишки не вернулись, домой вернулась только я одна. И прислонившись к тоненькой березке, расплакалась я слез своих стыдясь. Простите вы, мальчишки, эти слезы, ведь я на свет девчонка родилась.